10 лет. Выстрел. Третья пошла. Выстрел. Смотрим. Следующий кидай. Наблюдай, Валера. Смотри, блядь. Блядь, пацаны, вы там работы не оставили. Туда можно ехать, руки ноги собирать. Блядь, там даже на калаши не оставили. Он вспышка. Я вижу, вижу, там походу где-то не было. Ты не снял? Где, блядь, журналист? Thank you.
еще детонация. Ну, лучше туда вот. Хорошо. Смотри, детонирует как. Вообще. Опять детонирует. Вышки еще было тут. Да, я вижу. Снимаю. Горят синим пламенем укрофрицевские позиции. Склад там, походу, был или что? И боезапас где-то в технике. Ой, нет, не маленький. Thank you.
Да, да, да. Вспышки. Там будет рваться долго еще. Это хорошо. Хорошо наши минеры поработали, вернее, минометчики, да. Красавчики вообще. Наверное, сейчас в оковах сидят, пока там... Там, да, они не будут вылазить. Пока все не прорвется, не оторвется, они долго будут сидеть. Это только единственное, что вот это оно работает, на опорной рабочей. Там горит, он хорошо. Готовили боезапас. Думали, что у нас будет.
хорошо. Это уже не детонация, это наши бьют. Да не, они, да, гори там все. Детонируют. Да, да, там у них боеприпасы, они там затарились хорошо. Туда же?